С золотом из Болгарии на родину вернулись победители юношеского первенства Европы по вольной борьбе, прошедшего в минувшие выходные в Софии. Так земляки из Кайкенского района устроили торжественную встречу Магомеду Магомедову. Воспитанник спортшколы села Первомайская стал лучшим в категории до 38 килограмм. Радость победы с чемпионом разделили его самые преданные болельщики, родные и друзья. На импровизированном митинге глава Кайкенского района Магомед Эльдерханов, а также другие представители власти и спортивной общественности поздравили чемпиона и пожелали ему покорения новых высот. Отметим, что перед этими соревнованиями Магомедов выиграл первенство Дагестана, СКФО и России. Это по юношам результат. Это хорошо, конечно. Но мы, иншаллах, будем надеяться, готовиться на будущее, на мир, на Европу, эту Олимпиаду. Помощью Всевышнего. Очень приятно. Да, Магомед показал, проложил дорогу. У нас сейчас молодое поколение, которое будет развиваться, будет, это для них будет большая мотивация. Очень приятно, что Магомед у нас, он как и спортсмен, и как мой брат. Очень рад за него. Спасибо Расулу. Это его заслуга. Мы все видели, что на что Расул, сколько он тратил, сколько он возил ребят, сколько он вкладывал в этих ребят. Просто без Расула, я думаю, с помощью Аллаха, Мухаммад не был чемпионом.